уборка, то хинкал. Кто-то должен сегодня прийти. Да, сынок, к нам сегодня должны прийти. Видимо, твой брат познакомить хочет не с невестой. Они должны прийти. Давай приодевайся, ты тоже подготовься. Понял. Хорошо. Да ты не переживай, с мамой я познакомлю тебя. Она как раз таки искала такую невесту, как ты. Как ты думаешь, я ей понравлюсь? Да, конечно, понравишься. Хотелось бы. Я думаю, она очень обрадуется, увидев тебя. Да не переживайте, все будет нормально, что ты пришел. А, идет. Иду. Ой, добрый день, мам. Добрый. Как дела, как настроение? Все хорошо, спасибо. Здравствуйте. Ну, сколько ты ждала домой, чтобы я женился? Вот я привел к тебе невесту, пожалуйста, познакомьтесь с ней. Очень приятно. Аида зовут, думаю, в дальнейшем вы с ней подружитесь. Очень приятно еще раз. Спасибо тебе. А, проходите. Как раз стол тоже готова. Я вас ждала. Проходите. Берите, не стесняйтесь. Ну как, мам, ты хотела же невестку? Нормально, очень приятно. Тебе нравится? Очень приятно, очень красивая. Иншаллах, все будет нормально, дальнейшее тоже. Самый главный сыночек, чтобы тебе нравилось, чтобы тебе подошла она. Ну, с тобой же она дальнейшее будет жить. Ой, мне звонят, извините, могу я выйти? Конечно, доченька, конечно. Будете выйти, хотите туда подъезжать, приходите, хотите в соседней комнате. Конечно, родная. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Мам, скажи честно, тебе понравилась девушка? Очень понравилась, честно сказать, очень. Хорошая девушка, приятная. Да, у нее и родители тоже такие хорошие, я слышал. Я надеюсь, родная. Спотел? Хочу я переоденусь? Иди, переоденься. Сейчас подойду. Ты заболеешь. Такая болтушка его мама. Постоянно разговаривает. Не знаю, что делать. Постоянно вопросы задаю. Про мою родню спрашивает. Может, так хочу уйти отсюда. Давай, я потом перезвоню. Сейчас говорить не могу уже. Все, давай. Ну как, доченька, тебе понравилось? Да, все очень вкусно было. Чай тоже будет очень вкусный, травяной, горный, диетический чай наш. Угу. Ты не стесняешься, спасибо. Родной. Чувствую себя как дома. Что-то вы много разговариваете. Давай поедем, я там такси уже вызвал. Как это так поедем? Только же пришли. Пусть чай хоть попьет. Так же не должно быть. Давай поедем, уже такси нас ждет там. Поедем с тобой, поедем. Что, ты ее одну, что ли, отправил? Да, мама, одну отправил, я на такси, пускай поедет. Ну, как это так? Знаешь, сынок, я не люблю лицемеров. Мама, я тоже не люблю лицемеров. Давай спокойно чай попьем.